надо взять. Да, там закрыли все. А ты хотела? Да. Я не могу. Я тебе помогу сейчас. Что, Лёв, смотрим? Так просто держите, что у меня болит. А я тебя стараюсь подкрути повыше ручки туда. Так, закатай. Готов? Ноги вместе. Резкий рывок. Раз, два, три. Хоп! Упор. Выход сам на держи. Две. Выход на две. Это выход силы ты сделал. А выход на две знаешь как? Когда сначала подтянуться и потом сделать. Выход силы, он намного труднее. Он идеальный. А выход на две, когда подтянулся, то это в принципе одно и то же. Просто одно термин силовой. Ты просто берешь и подтягиваешься. А когда на две, тебе надо чик-чик-чик. То есть несколько стадий. Так, у тебя отжимания? Нет. Ой, выпрыги, да? 10-9. 10-9, да. Лёх, ты куда побежал? А, хватит, молодец. Молодец. Потягушки? Повисеть. Пресс будем качать? Сергей Геннадьевич, мы сама прыгаем вот так. Кто у нас прыгает? Это одно самое сложное. Вот так лечим. Ноги, ноги полностью, ноги, живот, спина. Пресс? Все. Ты прикинь, ты все тело. Вот так одно задание. Вот я одно. А мы разбитки с одной качаем пресс? Лечим. Даже когда мы в горку падаем. До 10 на 2. Ну, например, ты хочешь на одной руке подтянуться, пробуй. Когда мы делаем горку паденьку, пресс качается очень сильно. Когда мы делаем складку, мостик, пресс качается очень сильно. У нас все тело на самом деле действует. Аккуратно, Лёв. Хороший упражнение, кстати, молодец. Скручивай мне такой, молодец, да. Это плечи укрепляются очень сильно. Можно я попробую? Попробуй, конечно. Я вот сюда закидываю ноги. Лёв, одно соединяю одной рукой. На одной ручке повисай. На одной ручке повисай. Да. Вот, и скручивайся. Только а смотри, потом... Просто. А потом... Скручивайся. Вот, скручивайся. Да. А потом одну руку меняешь. И меняешь ручку, да. Только у меня это болит. Мозоль? Давай мы сейчас постараемся. Давай йодом намажем. Нет. Почему? Чтобы не болело. Она чуть-чуть, правда, побольше заболела. Да, да, это та самая мозоль, которая сломала. Ну да, в тот раз, да. Лёва, как себя чувствуешь? Я не буду ёбать. А куда я? А я сегодня, первый раз пришла. Пятый раз. Офигеть. Поздравляю. Я уже, наверное, раз 200 сходил. Ну, может быть, не 200, но много. За целый год много раз находил, да. Ты можешь это посчитать. Если ты, простите, записи ведешь, ты можешь посчитать, сколько раз ты ходил. Так. Да выпрыгиваешь, да отжимаешься. Надо отжимание сделать. Я сделал отжимание. Попить? Давайте 5 минут попить и мыться в туалет. Лёва, в туалет. А ты знаешь, где ходить, куда? Лёва. Все, потерпи, сейчас все будет хорошо, не переживай. Леон, только одевай, пожалуйста, обувь. Да, я... А что в прошлый раз? Ты пойдешь умываться, Сем? Нет? А то как в прошлый раз убежал босиком, да. А я сейчас кое-что настрою, видео небольшое попросили отснять. Я, может быть, по покрышке поударяю, да. Перчатки но нет. Даже поударяю ногами. Ногами. А у перчатками будет? Нет, голой рукой попросили. Да. Даже вернее не руками, а ногами. Только аккуратно. Это больно. Это жестко, вы да. Вы будете со всей силы пить? Ну, не знаю. Посмотрим. Да я вот так чуть-чуть пью. Больно? Она просто, видишь, может быть, такая шаткая конструкция. Чтобы она была не очень шаткой, я сюда палку поставил. Сейчас допрыгай, сейчас все спокойно. И присядь, и спокойно отожмешься, не напряг. Я знаю, жарко, понедельник. А можно потом снять футболку?
Да. Ну, мама сейчас Лёва не придет делать целый час, она целый час ты сможешь футболочку снять и спокойно, чтобы не потеть. А сейчас нельзя еще? Ну, можешь, в принципе, снимать, если ты только, пожалуйста, по полу не валяйся, ладно? Голову кузом. Потому что здесь пыль, кузнечики, чтобы не напали. Кузнечик упадет еще на нас. А Лён будет снимать? Навряд ли, зачем ему? Да, мне кажется, и тебе не надо, если только прям уж очень... Ай, ё-моё, прикинь. Лён! Он пришел? Он еще в кубике? Нет. Пришел? Да. Во. Лёва, шпагат. А, попей. Да не, ему не надо, Сём, ему не надо, не надо. Если ты прям хочешь и папа тебе разрешает, то в принципе можно. Но только помнишь, как... А вы будете, нет? Нет, зачем? Мне наоборот, футболка хорошо, она впитывает пот. А если футболки не будет, пот потекет, все чесаться будет. А это наоборот классно, она впитывает. Я же помню, что тебе и папе сказал. Она если даже почувствует, что так вот она мокрая становится, и она пусть впитывает. А когда текет пот, он может грязь становиться, там пыль всякая. Ну просто очень. Сём, если батя разрешает, можешь по своему этому усмотрению. Вот только смотри, если кто-то тёте женщина... А я знаю, что я принесу на один праздник. Какой? Праздник каждый день? Нет. Не каждый день? Сём, если же какая-то тётя или девочка или женщина зайдет один час, ладно? Ладно? Какой праздник? Расскажешь? Пойдём шпагат качать. Ладно, я сниму. Пойдем шпагат, да, только повесь аккуратно, ладно? Когда эти знакомые, когда их первый раз увидишь, не эти два, Семен с Машкой, а другие. Еще другие незнакомые? Да. А что за праздник, Боже, скажи нам? Ну, один мальчик. Да. Нет. У Семена день рождения когда будут? Нет, а когда на праздник. Ой. Праздник, День России когда был? Да. 12 июня, да, было такое. Мальчик принёс конфеты. Мальчик. Я на этот праздник. А ты был в это время? Ну да, он же рассказывает вроде бы. А может быть он про другой день говорит? Это когда Ваня конфет принес? Или нет? Да, молочный. Молочный, это Ливан, когда конфет принес. Да так ты каждый день... Нет, я в этот праздник, нет, когда принесу... Ты ловил конфеты? Или печеньки, помнишь, молодец? Да. И я на этот праздник. Тоже принесу? Ну, не конфеты, а мороженое принесу. Красавчик, но оно растает. Мороженое жарко станет, оно растает. Я, короче, решил. Ты решил одеть? Я понял. Одел, снял, оделся. Пожеланный, Сём, братан, ты не переживай. Нет, допустим, чувствую жара, прям вот реально жара, но можно снять. Но она, одежда, нас спасает. Допустим, захотелось почесаться, можно взять и кожу расчесать рукой. А если ты почешешься в футболке, то будет это не так больно. Мне тоже мокро, смотри. У меня тоже футболка мокрая, она уже реально, смотри. Она реально мокрая, вот краешек пойдет. То есть, а да. А я не мокрая. Да как же, смотри, тоже футболку. А, ну ты не так потеешь. Это Семен просто здоровый уже стал, он чуть-чуть больше потеет, чем ты. А Сергей Сергеевич, когда ты знаете, как он потеет? Ему очень тяжело. Как? Он такой пухлый, ему тяжело. Леон, братиш, давай шпагат потренируем. Давай шпагат потренируем. Пойдем? Я все. Сделал. Теперь твои отжимания, да? Хочешь на мягком отжиматься? Нет, шпагат и лесенка, смотри, иди сюда. Тебе надо сейчас... 5, 4, 3, 2, 1. Тебе надо, иди сюда, садись посерединке. Вот это, на мягкость. Ноги тебе надо ставить... Нет, вот так. Лицом туда разворачивайся. Ноги тебе надо вот так максимально. И вот так максимально. И делать вот сюда, наклониться 33 раза. Сможешь досчитать до 33? Да, да. А это 32 и 1. До 30 сможешь досчитать? Да. Вот сюда 30 раз, вот сюда 30 раз, и вот сюда 30 раз. Это типа лесенки будут. Только старайся прям тянуться. По лесенке? Ну, ты как бы сделаешь 30 раз на левую, на правую ногу. Это 33. 30 раз, может 33 не ломается. Мне не нравится.
знаете, бывает там, не нравится цена. 33 коровы, 33 зуба, да, есть сколько зуба? 30-10. Кстати, одного мальчика вымали 300 стекла. За что? У него масло стекло. Он как акула с него столько зубов. Мне кажется, у акулы даже меньше. Ну жестко, 300 зубов, это что-то... Ну 320 где-то. Он весь из зубов состоял просто. Нет. Пальцы, пальцы как зубы. Ну вот он. У него что? У него что? Может быть, это есть такое генетическое, как это, совершенно. Люди, как мутант, как мутанты. Павел, на самом деле природа такая волшебная, что может быть все что угодно. И мужчина может быть женщиной. А я знаю, что есть шоколадный Михаил и шоколадный вулкан. Еще есть одна обезьянка. И обезьяны есть, которые думают, что они люди рисуют. Прикиньте, есть обезьяны, животные, которые рисуют. Представляете, как настоящий человек, как ребенок. И собачки есть очень добрые. И например... Нет, нет, на другой планете. Планета обезьян, да? Нет, одна обезьянка, один шоколадный вулкан и Михалыч. Это такие животные есть на другой планете. А что за планета? Как у нее название есть? У нас планета называется Земля. А там какая есть название планеты? Наверное, Марс. Марс? Ну, круто. Шоколадный вулкан? Да. Там шоколад? Там шоколад из вулкана идет прям? А кто? Молоко? Конфеты? Вулкан? Как? Конфетный вулкан есть такой? Нет. Почему? Прикинь бы конфеты были шоколадные. Ой, это вулкан. Вулкан тренировок? Я вытерся. Молодец. Да, полотенчик, кстати, нормально. Лёх, у тебя полотенце есть? И носовой платочек. Лицо вытирать. Лицо, чтобы вытирать. Не надо. Не надо? Ну, просто иногда бывает пот текёт, глаза там все, глаза начинают щипать, что-нибудь такое. Шесть. Сейчас Семён, вот, осталось. Лёх, давай, Семён тебя уже догоняет. Лём, тебя Семён уже догоняет. Ножки тебе надо прям шире. Лём, Лём, братишка, ножки шире. Я сделал. Вот, а теперь надо смотреть в центре, когда ты делаешь. Нет, так не считается. Тебе прям надо вот так наклониться. Да, 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 да. Ну, тяжело ему. Ему тяжело пока, согласен. Ничего страшного. Ты сейчас тоже шпагат ему покажешь, как качать надо. Кстати, Семён, если ты не только мускулатуру укрепишь, а еще растяжку улучшишь. А можно сисечку такую берешь, вот так чуть-чуть. Сисечные отжимания? Вот. Так. Грудь, да, ты имеешь в виду мышцы груди? А еще можно вот так треугольничком поставить. А есть еще такая... Сергей Иванович, есть... вот так? А есть сердце валюсь. Есть мышца сердца, да. Сердце это сама по себе мышца. Ну, без сердца мы бы не жили. Есть люди, которые, ну, всякие там страдают. Вообще, даже есть люди без мозга живут, представляете? Ну, прям в прямом смысле безмозглые. Но у них очень большие проблемы. Есть люди, природа так сделана, что человек может, ну, существовать очень-очень изуродованное тело, изувеченное. Ну, нам повезло. Ты себе мат постелишь? Нет. Фиг его знает, Семён, повезло ли? Ну, что мы более-менее здоровы, это, конечно, повезло. А есть люди намного круче, чем мы развитые. То есть очень сильные люди, очень сильные, очень ловкие, очень целеустремленные. То есть, ну, по-настоящему крутые. Вопрос, повезло ли им, кто умеет 100 килограмм поднимать, им повезло? А вдруг у него суставы заболят потом? Вот мы не умеем 100 килограмм поднимать, мы не поймем, суставы заболят и заболят. Сделал? Погоди, сейчас надо другое действие тебе сделать. Какой? Мостик на вот этой мягкоте. Мостик помнишь?
просто сделай мостик, выйди и подержи, пожалуйста, 10 секунд. Надо подняться прям. Сейчас я тебе помочь. Под спинку тебе поможет сейчас. Голову вниз, сейчас погоди, тяжело. У меня спина закрывает. Голову вниз, ручки вытирайся. Вот так надо тебе выйти, 10 раз попробовать сделать. Раз, потом лег опять, потом еще раз попробуешь, ладно? Не торопись. Сейчас доделаете растяжку, Семен, лесенку. Все, а сдвиньте, пожалуйста, на мягкий пол, а то ты съехал на жесткий пол. Сколько? 10. 10, потом 9. Секунд? Нет, раз, попыток. Сначала сделал 10 попыток выйти в мостик, потом делай 9 попыток выйти в мостик. Там, а хотя бы на секунду держаться надо. А потом растяжку доделай. Не надо, я умею. А, ну да, 53 секунды ты потратишь. Ну, вот как он, например, сейчас делает. Он сначала делает 10. А почему попытки драться? Я же умею, может. Я имею в виду, знаешь, попытки, можно выйти и, например, держаться 10 секунд. Нам столько не надо. Надо просто выйти, раз, это одна попытка, два, вторая попытка, и все. А потом ты сможешь выходить на одной руке, одной ноге. А зачем ты 54 раза? Знаете, что мостик нужен? Ты же меня спрашивал. Это крепкие мышцы спины и живота, очень крепкие. У тебя как сейчас на руках появляется, так и на спине бугры мышечные будут. Прям. Это крутое упражнение. Можно хоть 10. Так это для твоего уровня, это вообще прям ни о чем. Долго 53 секунды потратишь. Почему? Где мат постелить, все? Он даже не выходит. Хорошо, брат, погоди, Семен, погоди, пожалуйста. Вот здесь нет. На жестком легче, на мягком безопаснее. Вспомни себя год назад. Все, трудно было. По чесноку трудно было. Вот сейчас пока помню, как наш младший брат, 5 лет, он трогал. Через год, когда ты станешь еще на год сильнее, он может быть только до твоего уровня дойдет, который сейчас. То есть ты будешь опережать пораньше, ну как бы посильнее. Твоя задача при желании помочь ему или помочь другим. Тебя будут уже считать как мастера. А если сейчас, например, говорит, вот тот плохо делает, тот плохо делает. Сынок, да, я понимаю, все, не поэтому делает. Но же ребенок, робот. Всем тяжело, сынок, успокойся. Вот у тебя попытка раз, круто. Ты можешь даже после мостика делать вот эту вот складочку, вернее, перед ним. Это мышцы живота и спины. Сделаешь 10 раз, отдохнешь. А можно вот так сделать? Вот так ты сделал, вот так вот. Ты можешь, знаешь, как можно сделать? Ты можешь выйти первый раз на 10 секунд, второй раз на 9 секунд подержать, и ты сделаешь всего лишь 10 попыток, но это будет 10 секунд, 9 секунд, 8 секунд, 7 секунд. Ну и сделай, да, конечно. Просто ему 10 секунд трудно простоять, будет продержаться. А тебе попроще. Никто же не говорит, что надо прям вам взять и быстро сейчас. Алло. 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 Сергей Геннадьевич. Сергей Сергеевич. Здорово, живем. Слава Богу. Как у тебя дела? Да, все путем. Че, братан, как у тебя? Я понял. Я понял. Че, как самочувствие, настроение? Все хорошо. Нормалек все? День, да, день насыщенный был. Ты вчера там этот, под ливень, не ливень, как в нормалек все? Все хорошо. Не промок? Я чуть-чуть. Да нет, нормально. Я просто сегодня с Денисом виделся. Он, когда, в общем, вот ливень был,
он жестко, конечно, простудился, и все, прям, говорит, спина отказала. И в тот день, когда он приходил, трудился, ну, вот, когда вы не виделись, он с батей трудился, он говорит, там вообще жесть была, что с ним происходило, ну, вот этот, ну, вытерпел. А в следующий день, он, говорит, даже встать не мог. То есть, ну, через, у него, помнишь, там это через спину дает, рука, спина, там, голова, все вот эти вот это, вены. И он застудил, вообще, говорит, просто, ну, просто ноги отказали. Я сделала. Все, Лев, давай, Семен, сделали, давайте попить, умыться в туалет. Поэтому это, я тебя что спросил, просто ноги суши, сухие, держи, там вроде бы опять хочет дождь на этот накапать. Да, ну, непонятно, оно пасмурно, так вот идут тучи, но пока вроде ничего не, ну, непонятно. Вот тоже не поймешь, сейчас там 5 минут там уже стоит. Со стороны пробуждения, вернее, со стороны мясокомбината шло, я опять вот обернулся, перед, ну, когда из машины с Денисом вышел, назад смотрю, они прям, знаешь, как горами такие, бук-бук-бук уровень. Семен, ты когда в зал ехал, шел, ты тучи не видел там облачить? Дождь не собирается? Нет. Сергей Геннадьевич, у вас нет воды? У меня просто есть еще, но если закончится... Сейчас поделюсь, сейчас с Сергеем Сергеевичем поговорю. Это не надо налить. Сейчас поделюсь. У меня есть запасная вода. О, поделишься с Семеном? У меня тоже есть запасная. Есть вода, есть. Так что вот так, Серег. Я попросил еще Денечка, может быть, у тебя, если ты не забудешь или вспомнишь, с Николаем Алексеевичем узнать по поводу продления договора, 17 число сегодня. А он вроде 15-го, совет депутатов, там все дела вот эти вот. Все, так узнать, как дела там, про соревнования, сказать, что где там объявление про чемпионат, мы опубликуем там, ну, как обычно, чтобы поддержать его. Этот серый братан, ну смотри, если получается заезжать, да и заезжай, конечно. Угу. Я понял. Поэтому я лучше спокойно сегодня лягу и завтра проснусь. А завтра, возможно, после смены поеду поспать. Все, добро. Настроение, все хорошо? Да, все хорошо. Все поедешь пока. В дороге сейчас поедешь, наушники с тобой. Включи какую-нибудь хорошую, то, что мы с тобой проговариваем. Включи что-нибудь, послушаешь, там, поразмышляешь. Там дорога подразумевает, знаешь, там разные это. Размышления, потому что сегодня я тоже Макару сказал, но вот про случай с объявлениями, он меня, в общем, не похвалил за мою резкость, вот так скажем. Понятно. Ну, в том плане, чтобы ты не думал, что, знаешь, как Николай Алексеевич говорит, ох, я один, чтобы ты не думал, что ох, я один, чтобы ты это понимал, что на самом деле этот, мы все и вместе выстрадаваем. Сейчас, секунду, я с Сергеем Сергеевичем поговорю, прям секундочку подожди. Мол, можно, бери, только не ударь никого. Слушай, Сергей Геннадьевич, да. Я сейчас на громкой. Да. Убрать? Да, поставь, пожалуйста. Да. Поставил. Леша. Так. Да. Леша. Это можно, допустим, я делала. Нет, смотри, какая штука. Которые витамины, они цельные, они закупоренные были. А это просто все, ну как ты сам видел, там намокло, что, считай, мне кажется, одна третья вот от как-то размокло. Да нет, наверное, витамины не надо. А, Семен, ему это трудно еще упражнение. Красное и эти, да? Ну, наверное, да. Лев, вот палочка на тебе, если хочешь. Вот еще одна палочка, да? А какая длиннее, это или красная? Она длиннее? Все, лады. Лев, повтори движение. Добро, ребятишки, вам и Сергею Сергеевичу большой привет. Смотри. Лев, чуть-чуть отойди, пожалуйста, от Семена, чуть-чуть вот сюда. И смотри на него. Этот, да, и сегодня день. Он просто спросил, да, что там еще разговор. И, как бы, знаешь, такой смешинка такая. Посещение в комнату только в носочках. Ты не понимаешь. Все, Серег, все, доброго вечера тогда и до встречи. Одной рукой возьми. Двумя, все, лады. Не вот так, а. Семен, а мне кажется, ты рано еще этому ее учишь.
Он вот так делал. Он... Сейчас. Смотрите. Ну, погоди. Да. Смотри, что, парень, проще, Семен, Лев. Вот, смотри, Сема тебя начал бросать учить, но он тебе не рассказал, смотри, Лев, что можно делать. Можно вот так в ручках просто крутить. Ну, это я знаю. Ну, попробуй. Еще попробуй. Покрути, вот и покрути. Во-во-во-во-во. Да. Ну, вы даже знаете, что? Ты можешь покрутить, вот, молодец. Конечно. И вы, ах ты, смотри, Семен, ну, крутой, молодец. Это еще как мяч. Ну вот, смотри, вот тебе. Ладно, хорошо, парни. Я вам разрешаю, погоди. Вот сюда, Лёв, ты можешь сюда аккуратненько побить. Погоди секунду, сейчас тебе такую же. Семён, погоди. Просто та в целлофане. А, Лёв, иди сюда. На, возьми вот это, пожалуйста. Лёв, возьми вот это, пожалуйста. Семён, погоди. Зачем? Сейчас объясню. Сём, вот это в целлофане, она не порвется. На. Вот по крышкам можешь вот этой побить, только в стекло не ударить. Встань, пожалуйста, вот сюда. Я не хочу видеть. А, вот, хочешь покрутить просто? Да. Я понял, все. Покрутите немножко на ловкость. Только, Леон, не бей никого. Лёва. Так. Можно чуть-чуть полегче, не вот так подкинуть? Ой. Да, только тебе надо встать от Леона на расстоянии, ну, чтобы... Вот так когда... можно, берешь? И от стекол, Семён. Можно я попрошу тебя? Иди сюда. Ты можешь смело. Вот здесь, иди сюда. Я тут могу. Там будешь? Все, Лев. Лев. К Семену, пожалуйста, не подходи, потому что он как мечом-кладенцом, как он палкой с дубинкой, биткой. Он крутит. Только смотри, это чтобы она не улетела. Но у меня, парни, я могу сказать, у нас есть еще интересные штуки. Смотрите, какая. Как, а прям, кто у вас плясики там у него? Прям как меч, видите? Да. Прям как меч. А у меня есть настоящие мечи, только тоже деревянные мечи. Сейчас, Семен, скажу. У меня есть два деревянных меча. Молодец, поздравляю. На даче. Молодец. Вот это как там? Как у меча? Ну, там двумя ногами вот так управляешь этим. Как там? Гироскутер? Да, гироскутер. Парни, поздоровайтесь. Ты ничего не жив? Здрасте! Нет. Здрасте. А что, что-то случилось? В одном месте в коридоре воняет, как будто вату жгут. Может, это? Не пойму, а никого нет там. Ага. Потому что я услышал, вышел к окну, подошел, как будто хлопок, не хлопок, гром, что ли, так раз прислушался. Думал, показывал, не показывал, как будто что-то где-то такое вот было. Ну, не знаю, я там все кабинет прошел, нигде не... Парень, никто ничего не поджигал? Нет. Нет, из нас поджигателей нет. А нет. Что я? Участок, я вот я вообще не умею. Под тобой. Прямо от участка пахнет все. А парни приходили зеленый футбол, там не качали? Я уже ходил, там еще не пахнет. Вот прямо в коридоре. Парни, сад, сейчас подай, я на... Занимайся. Ага. Я ничего не поджигал. Да я тоже ничего не поджигал. Мы же не поджигатели же, правильно? Да. Сейчас я музыку включу. Что, на турники переходим? Или мы будем сальтухи делать? Сальтухи. Сальтухи? Семен, сальтухи или на турники? Я хочу 180, но не умею делать. Тогда смотрите, пока стойте здесь, я сейчас вам подготовлю маты, и мы потренируемся. У меня палка не падает. Молодец. Он рассказал, когда я научился делать сальто. Когда? Семен, сейчас я постелю маты. Бабы, пока он постелит. Надо постелить. Не, если ребята крутые, прям на бетон прыгают. Прям на асфальт, на бетон и всякое такое. А на траву еще и можно. На траву, да. Вот так сделать. Сейчас не прыгай. А травы вот так. И сальтуху сделать. Да, Лёв, только сейчас не прыгай. Я посмотрю на ту сальтуху. Сергей Геннадьевич, а можно мячик? Мячик? Не, Семен, положи, пожалуйста. Сема, положи, пожалуйста. Лев, Сема, сейчас пока я стелю маты, можно я попрошу ты сделать... Мяч придет. Да можно, я говорю, то пока положи. Сейчас, парни, Лев, Семен, я попрошу вас сделать упражнение на пресс.
Пойдемте сюда. Почему пресс? Почему пресс? Упражнение называется на мускулатуру живота. Сейчас вам надо... Вам надо сейчас лечь вот сюда. Да, я понял. А ноги положить на зеленку. То же самое. Да. Лег, ложись рядом с зеленкой. Ложитесь. Ложись на спинку, ложись на спинку. Итак, вы сначала сделаете 10 раз. Лёва, чуть-чуть сюда сдвинься. Это лесенка. Да, вот чуть-чуть. Сюда, 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 сюда. Молодец. Сначала вы сейчас делаете, надо пальчиками рук. Почему просто не 50? Надо, чтобы вы между каждой 10-9, чтобы отдыхали 5 секунд. Если вы будете отдыхать 5 секунд, будет мускулатура очень восстанавливаться хорошо. Ну, она не будет так болеть. И все. Лёв, ручками, пальчиками рук касайся пальцев ног, как Семён рядом с тобой делает. Да, так делайте 10 раз, потом 9, потом 8 и до 1. Я вам пока постелю сейчас матрас и маты. Кто-то сальто захочет делать, кто-то мортальто. Кстати, Леон, пожми руку Семёна, у него день рождения было недавно, несколько дней назад. Поздравь его с праздником, с новолетием. Поздравил? Нет. Молодцы, поздравили друг друга. Надо уважать друг друга. 5. Ну, кстати, да. Подтягивай дымком. Нет, я не чувствую. Все хорошо. Может, кто-то табак курит? Табак курит. Может, таблетки от комаров жгут? Такое бывает же. Таблетку от комаров зажгут, а она дымит. Если бы проводка дымилась, был бы запах пластмасски. Но запаха пластмасски нету. Мячик, знаешь, почему Семён опасен? Потому что стекла. Мячиком можно не играть. Да, можно не играть с мячиком, не чеканить, а можно с ним делать упражнение на живот. Ложить его, отжиматься на мяче, можно кататься на мяче. Ой, еще вот, вот так. И вот так просто мяч руками отойдет. И да, да, да. И да. Мне тем не держаться, а потом он снова. Типа того, да, пузо укреплять. Это пресс, кстати. А если вы хотите в баскетбол поиграть, мячиком поиграть, мы можем на улицу пойти. Ну, давайте. Но надо позвонить тебе родителям, спросить, можно ли разрешение пойти на улицу. Папа спроси, и все. А он маму спросит. Зачем ты оторвал? Сергей Сергеевич ругаться будет. Я ее прилеплю потом. Ладно, я скажу, что это я оторвал. Семён, не ковыряй, пожалуйста. Да, ладно? Блин, он ругаться будет. Но я приклею потом, я ее залеплю обратно скотчем. Просто зеленый скотч надо понять, есть или нет. Все, сейчас быстро доделайте, и мы перейдем на сальтуки. И вот, кстати, про улицу. Если, у нас даже есть мячики, бита, вот это. Мы можем так мячик бросать, и ее раз бить мяч, как в лапту играть. На только разрешение от родителей, чтобы было. Про зал разрешение есть, а про улицу разрешения пока нет. Если они разрешат, пойдем. Звонить будешь? Ой. У меня нет телефона. Да. У меня есть телефон, под которым можно почти звонить. И там мало что есть. По нему почти можно звонить. Семён, у меня только есть часы, но по ним нельзя звонить. А ты цифры знаешь, которым позвонить надо? Да, у меня часы. Не-не-не, мы позвоним с телефона. Ты цифры знаешь, мама или папа, нет? Надо в следующий раз тебе цифры запомнить, ладно? Там 11 цифр. Например, плюс 7 или 8 и какие-то там еще 10 цифр. Лёва, а ты знаешь цифры телефона, которые маме может позвонить? Мне не нужно их записать, мне надо. Мама их сама записала, и там просто написано «мама». Я понял. И я нажимаю, и потом нужно звонить. Я понял. Ну, класс. Ну, ещё. Чё Семён говорит? Насчет телефона, это хорошо, что его нету. На самом деле, чем больше его не будет, это лучше. Потому что телефон излучение идет. Люди воруют, представляешь, могут украсть или потерять.
А это очень обидно будет. Хорошие вещи я потеряю ценность. Он же телефон, он, ну, маленький, разный, там, или большой, или всякий. Там как-нибудь, ну, утеряю, не очень радостно. А меня вот вставляешь в место. Я сделал. Сделал? Да ты, он вот так делал. Так, Лёх, а сделай правильно, как Семён.